Здравствуйте, меня зовут Тера Джейн, и сегодня я начинаю онлайн-курс для начинающих танцоров Tribal Fusion. Tribal Fusion – это танец женственности, грациозности и ритмичности. Для того, чтобы танцевать этот танец красиво, вам необходимо наладить контакт с тремя женскими чакрами. Это Сватхистхана, это Анахата и это Аджна. Итак, что насчет Сватхистханы? Эта чакра находится у нас в области матки, и она имеет оранжевый цвет. Для того, чтобы расслабить эту чакру в процессе танца, необходимо расслабить низ живота и представить, как туда заходит тепло. Дальше чакра Анахата – это чакра безусловной любви. Она находится в области груди и имеет зеленый цвет. Для того, чтобы расслабить эту чакру и наладить с ней контакт, сделайте глубокий вдох и почувствуйте, как ваша грудная клетка расширилась и образовался небольшой шар вокруг. Это может быть также розовый цвет или зеленый цвет. Дальше у нас идет чакра Аджна, имеет синий цвет или цвет индиго. Для того, чтобы наладить контакт с этой чакрой, сделайте хороший вдох и тонким предположением направьте часть вдыхаемого воздуха, то есть праны, по носу в лобную часть. И представьте красивый синий цветок в области вашего лба. Итак, когда мы наладили контакт с тремя женскими дающими чакрами, теперь мы можем приступать к нашей разминке. Сегодня я хотела бы с вами расслабить наши лопатки. Для этого ноги поставьте на ширине плеч, колени присогните, копчик, нашу чакру Муладхару направьте вниз. Это должно выглядеть, как будто вы прислонились к стеночке и ваша спина идеально пряма. Итак, выставляем ручки. Кисточки у нас стоят в неподвижной позиции, пальчики смотрят наверх. Локотки опущены вниз и расслаблены. Старайтесь вашу лопаточку подавать вперед, чтобы ваша спинка была еще ровнее, а копчик подавайте вниз. Макушечка и стремитесь наверх. Итак, будем сегодня разминать наши лопаточки. Почувствуйте в области лопаток тепло. Можете их окрасить в любой цвет, который вам нравится. Это будут как две части вашего тела, которые сейчас будут работать. Итак, поднимите лопаточки наверх. Раз, два. Раз, два. Примите во внимание, что сейчас работают ваши лопаточки. Плечи расслаблены, предплечья расслаблены, локти расслаблены. Только лопаточки, как детальки, двигаются наверх, вниз. Раз, два. Раз, два. Старайтесь ваши кисточки держать на месте. Итак, когда вы научились чувствовать ваши лопаточки, теперь попробуйте сделать круг назад. Раз и раз и раз и раз и. Вам это упражнение может показаться легким, поскольку визуально внешне оно не вызывает никаких вопросов по технике исполнения. Однако, когда вы начинаете делать, то вы обнаруживаете, что ваши руки хотят двигаться в разные стороны. Мы это исключаем, мы расслабляем всю ручку, все мышцы и представляем, что мы кладем ручки на невидимые полочки. Сейчас попробуем поднимать лопаточки по очереди. Для вас это будет правое и левое и правое и левое. Сейчас соединим это в комбинацию. Делаем два круга назад. Раз, два. Правое, левое. И раз, два. Правое, левое. Очень важный пункт, что нужно заметить, это то, что когда вы делаете даже такое легкое упражнение, ваше тело должно быть расслаблено. Мы начинаем с таких легких упражнений для того, чтобы вы могли сканировать ваше тело и обнаружить те зажимы в мышцах, которые у вас есть при начальных занятиях. Поэтому, например, это у нас сегодня лопатки.
мы делаем подъем, мы делаем по очереди, мы делаем круг. И мысленно я обращаю внимание на все свое тело. Зачастую у нас напрягается живот, потому что это место, где у нас копятся стрессы. Мы делаем хороший вдох, расслабляем мышцы живота, выдыхаем и можем дальше работать. Если вы чувствуете, что у вас напрягаются плечи, вы можете их даже чуть-чуть поразминать, сделать хороший вдох в грудную клеточку и выдохнуть. И можем дальше продолжать работать. Если вы чувствуете, что напрягаются ваши ягодицы, мы вдыхаем вниз живота. Можете помассировать ягодицы, если вы чувствуете там стрессовое состояние. И можем дальше продолжать работать. Итак, сейчас хочу сделать с вами небольшую комбинацию для того, чтобы проработать также и координацию в Tribal Fusion. Мы делаем по очереди правое, левое, два круга назад, пам, пам. Делаем правое, левое, два круга назад. Ускоряемся и раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Как вы заметили, в моем теле сейчас работали только лопаточки. Это очень хороший режим танцевания, когда вы тратите наименьше усилий для выполнения танцевальных движений. Заметьте, что когда вы только начинаете танцевать фьюжн, у вас могут возникнуть много лишних движений другими частями тела. Для этого я уменьшаю амплитуду моих движений. Пусть это будет сантиметр поднятия лопаточки, но зато это будет чистое движение, чем если я сделаю это в большой амплитуде, и параллельно с этим у меня сдвинется грудная клетка, поднимется бедро. Это не исключено при начальных занятиях. Итак, делаем хороший вдох. Чувствуем, что наше тело максимально расслаблено. Окрашиваем наши лопаточки в цвет, который нам нравится. Для меня это красный, например. И начинаем нашу комбинацию. Раз, два, два круга назад. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, и три, четыре. И раз, два, три, четыре. Делаем глубокий вдох. Хорошо. Сейчас я вам предлагаю заминку для того, чтобы закачать наши лопатки и растянуть их. Итак, мы ставим локти на один уровень с нашими плечиками. Кисточки чуть-чуть приспущены. И получается у нас постановка рук, как во фламенко. Итак, в этой позиции мы будем поднимать локти наверх, сводя лопаточки вместе. Это происходит одновременно. Раз, два, раз, два. Ошибка начинающих в данном упражнении – это то, что они начинают поднимать плечи при поднятии локтей. Расслабьте шею. Шея у вас длинная, красивая шея, как у лебедя. Лопаточки опущены, плечи расслаблены, грудная клетка расслаблена и дышит спокойно. Итак, максимально опускаем плечи вниз и работаем только локтями. Раз и сводя лопаточки при этом сзади вместе. Раз и раз и. Сейчас я вам покажу, как это выглядит сзади. Итак, ставим ручки в нашу позицию и поехали. Раз и локти наверх, лопаточки свели. Локти наверх и. Хорошо. Молодцы. И сейчас после закачки наших лопаточек мы их растянем. Поднимаем правую ручку наверх. Берем кисточкой сверху вот такой замочек. И растягиваем лопаточку в бок. Чувствуйте приятное натяжение в лопатке. Делаем хороший вдох в нашу лопаточку. И меняем руку. Теперь у нас правая ручка сверху левой. И мы также растягиваем лопаточку и делаем хороший вдох, где тянет.
Хорошо. Спасибо, что прошли этот онлайн-урок вместе со мной и поучились лучше чувствовать свое тело и танцевать Tribal Fusion. Мои уроки будут выходить каждую неделю по понедельникам. Это день Луны, день женственности, день спокойствия. Также вас приглашаю проходить эти онлайн-уроки по понедельникам, то есть когда вы их увидите, для того, чтобы почувствовать атмосферу расслабленности и непринужденности. Записываю я свои онлайн-уроки по четвергам. Это день Юпитера, день обучения, и для меня этот день наиболее комфортен для записи. Также приглашаю на свои занятия в центре Киева каждую субботу на 13:00. Для того, чтобы записаться, пишите мне в личное сообщение. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии и вопросы, какие бы вы хотели видеть движения в следующем онлайн-уроке. Я обязательно постараюсь их разобрать и снять подробный обучающий урок. Спасибо за внимание и до скорых встреч! Thank you.